Петр Ильич – потомок известного в Украине казачьего рода Чайк. Дед композитора Петр Федорович Чайка учился в Киево-Могилянской академии. В Киеве он по моде того времени изменил свою фамилию, начал называться Чайковским. Петр Ильич появился на свет в совершенно замечательной семье, в атмосфере любви, сердечности. В семье было шестеро детей, но только Петру Ильичу было суждено избрать музыку своим призванием. Мать играла на фортепиано и пела, а в доме стоял механический орган, звучание которого маленький Петр впервые услышал Моцарта. А по праздникам устраивали настоящие балы.